Ну что, устали? У меня для вас хорошая новость. Пятница, а значит, до выходных рукой подать. Самое время разобраться, как же их провести. О культурной программе, которую подготовили в Самаре, расскажу прямо сейчас. Поехали! На сцене театра «Самарская площадь» в воскресенье покажут спектакль «Правда хорошо, а счастье лучше». Юная обладательница большого приданного влюблена в нищего правдолюбца. И все бы ничего, только вот семья против такого союза. Бабушка и ее сын всячески препятствуют счастью влюбленных. Спасает ситуацию человека из прошлого бабушки, с которым, как оказалось, в молодости ее тоже разлучили родители. Иногда счастье приходит, когда его уже и не ждешь. Близко, далеко, ближе. Международная выставка с участием художников из России, Украины и Нидерландов посвящена состоянию постковид. Открылась на этой неделе. Черта отделяющая. Художники, которые участвуют в выставке, реагируют на ситуацию пандемии, уделяя внимание понятиям своего и чужого. На выставке будут показаны живописные работы, объекты, видео, перформанс и фотография. Некрасовская 2. В воскресенье состоится органный концерт в Самарском костеле. Для гостей исполнят классику Иоганна Баха, Александра Гильмана, Сезара Бранка. Послушать музыку из любимых фантастических фильмов в исполнении самарских музыкантов всех желающих приглашают сегодня вечером в библиотеку номер 21, что на Димитрова 7. Чарующие мотивы флейты и фортепиано на концерте «На грани миров». В галерее «Новое пространство» открылась выставка художников отца и дочери Леонида и Елены Феодор. Вниманию самарцев предлагают скульптуры, арт-тектоника и живопись. На этом все. Всего вам доброго, отличного настроения. Пока-пока.